Опа, 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 опа. Кайфолом вообще. Очень нравится. Смолы не хватает. Всем привет. Я Макс Горький. Реставратор, художник, мастер чайного пути. Сегодня хотелось бы поговорить про вот этого красавчика, который тоже был недоработан, но воскрешен. Воскрешен вот этой прекрасной крышечкой. Тут идеальный дизайн для крышки, именно по моему мнению. Потому что, смотрите, ты берешь сюда пальчик, вытаскиваешь. Все у тебя работает. Невозможно обжечься. Скрытый водяной замок. Ну, здесь не очень просовывается, а вот здесь промочь и зашибись. Ну, вообще, конечно, если ты левша, то это, конечно, еще было бы круче. Потому что у тебя вот так вот эта вся история делается. Пьем мы, кстати, таблетос шуху, который идеален, наверное, для этого чайника. Максончик, респект за подгон. Вот, но мне этого таблетоса мало, поэтому что? Поэтому вход у нас идет чагао, чайная смола, бульками сюда, пусть настаивается. Что по сливу у нас? Смотрим. Как я уже ранее говорил, здесь есть скрытый водяной замок, все работает. Опять же, надо записать видео по поводу углов чайника, потому что правильно наливать это, конечно, искусство. Льет все шикарно, водяной замок работает. Сейчас крышечка притрется, напитается эфиркой и будет еще в дальнейшем прилипать. Кстати, вот можем сейчас подождать, при вас она и прилипнет. Чуть попозже. Вот сейчас. Красота вообще, просто кайф, смотрите. Сережка будет доволен. Угу. Это просто волшебный магнит на эту штуку. Да. Воды не хватает. Здесь вот. Поэтому она не липнет. Вот такой прикол. Смола шоколада добавила. Красота. В целом, крышечкой доволен. Печати. Год. Все есть. Шикарный эгоист на одного человека. Просто бомба. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Будем дальше двигать реставрацию искусства и чай в массы.